Кандак в один, все в луну. Вой тоже. А, будет сова. Кому стерей кинуть? В Сэджу. Вот танк. Это на приколе, кому? Ты-то скажи после первой стерии, кто тебе кончится. Ой, да, у нас же гера нет. Так у тебя КД 3 минуты. Ну тебе Юля, наверное, кинула сейчас стерию. Кинь-то в этом, в Ленисе. Ну, киньте в этом, чувак. Геру надо подать, наверное. Я не вижу. Шип разбили? Шип разбили? Тут не вене его сосунь. Левика урок, что там типа. Лево, право, лево, право, лево, сжались, лево. Я только прок. Право. Право. Шип разбили? Так. Тихо, там. Хильте. Ты что, тоже закинул прямо сейчас? Я после того, как... Давай, баба лома. Так это типа зачем? Шип разбили на луну. Все к луне тусуемся, возле луны тусуемся все. Так, лужок не стоим. Шип, 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 где шип? Это фанат. Шип на этом, на ком, на Седжу это? Меня под ДПС некоторые челики догоняют. Сейчас из лужи выйдите, сейчас забаганная будет. Где выходим? Право уходим. Шип развилим. Сэджу, встречимся, шип. Я на нем. А, ты на нем. Ну тем более подбивай хотя бы. Ковыряй его. А, ну ладно, ты где? Вот ты где это сверху его там, блять, колупай. Шип на ханте. Шип на ханте сзади. Вижу, вижу. Ой, ебать. А ты куда ты в огонь-то рывок, блядь? Ты чё? Не зыбку сдал. Опа. Да, не зыбку, всё отлично. Шип развейте. Давай, чё-то хочу по делу, блин. На дерево. На дерево, блядь. Вот дерево надо. Сейчас будем умереть. Снимать. Сэджу умер. А, Бэр, Сэджу дайте. Синтека захить. Что дерево было на шипе? Йора захите. Йора захили. Синтек захилься, ебать. Че у нас здесь? Оху, я резко. Не зыбка. Здесь у нас мастер. Давай. Подожди, после перефазы вам встать была. Я пуш пожал. Водное пламя, тусуемся здесь. Если что, личные сейвы сдавайте свои, там не знаю. Шип на крестике. РЛ шипе, РЛ шипе. Ебать пот. Вот, левее отойдите. Да, все отлично, правее, левее отходим. Да. Шип разбейте квадратный. Блять, как мне заколебал уже. Танка закиньте справа. Я понял. После. О, Юли, если что, прожмись там, если надо. Захильте меня. Мы подняли Йора хилю. Давай. Я пожался. Хорош. 900 тысяч. Сейчас у ДК. Давай. Да сейчас вот добьем уже. Не будет, сейчас не ДКД. Давай, отлично. Убивайте. Фул, давайте, нахуй шип. Хорош. А вот теперь шип. Победа, прижали. Ах, какой же кал, ёб твою мать. Что мы бы делали без Вайда? Меня, да. Походу, критануло, короче, блять, в последнюю секунду. Угу. Вот тебе тут вообще ничего не упало. Ну, лишь бы хотя бы АДшку закинули. Ой, бля, что за блядь. А сейчас разрулим это дело все. Как ты любишь. Ну, извини, Войд, как бы, что ты хотел? Мы давай все надеемся на тебя. Давай завтра начнем, а. А чё, на танка, на ДК можно две наручки взять? Так, ты Бладдека, ты не Фрост. Я видел какого-то фрика с двумя одноручками. Я тоже видел, прикольно, за кстати, смотрится. Кипетер, это костелябильщик, рольте. Ну, я так понимаю, можно лоу-дис ролить, да? Дай мне тогда его. Че там, вообще ничего на ханта не видел? Ол, тебе нужен? Там на хинта, там... А, лови слева, давай слева. Нет, ты вместе с Юлей бегаешь тоже. Вы вместе бегаете везде и ловите его. Вы в одного не вытащите. Первый вроде слева. Да, давайте. Призыв помощников, готовимся.
И 2-1 вышли. Вот этого фанатика будут сдурить. Ауру тьмы поставить? Не отворачивать. Да. Отворачивал. Ауру поставил. Быстро. Да. Так, все. Отошли до служа. Я помню, я сдох, потому что подошел этому какому-то под лицо. Дисплей. Не, лепечип, убейте. Ой, не убейте, законтрольте. Законтрольте. Блять, что, блять? Че это было? Я снял здесь пушки. Да, я снял пушки. Я вышлю пищу и вложу. И что теперь делать? У меня макроса нету. Так он в десятке там учится. Отлично, блин. Я макрос не поставил на диване. Че он там? Справа фанатиков. Тут в одного танка можно сказать. Да какой, блин, в одного танка, ты видишь, блин? Я хочу подержать этого культиста на себя. Беги, малышка, беги! И вам еще ничего, убегайте. Что? Ракшейна. Не убейте его. Рипьора. Второго танка убили. Ай, было нету. Второго танка. Ладно, я понял. Это пока нормально. Первая фраза. 4 минуты. Да. Сносим ему ебальник. Как так все умерли, так и не понял. Помощников, когда кособоки выходят, ты ему оковы даешь и бежишь от него, нахуй, тебя разъебет. По боссу стоп. Блин, нам не все кнопки прожало, пизда такая. Контроль над разумом. Кто у нас ой, там? Ой, Эйнер по-братски. Синтека за это, за банти. Спасибо, себя Эйнер дал, нахуй. Найс. Всем так, а все, давайте заканчиваем леди. Фул в леди. Нормально. Все, на пулы полностью вывилашу. С лестницы моб повернулись. Алло, нахуй. С лестницы. Отлично, ладно, я его сейчас лечу у него. О, так, с киасом сбили. Давайте полностью в леди. Духов не лопаем. До двух миля уходим. Господство, смотрим на ком. На ханте. Да, на. Ханта. Смертное изложение, бежали. Что-нибудь тара сделайте, там, не знаю. Я понял. Миль, в миле, дух миля. Я сказал, нет, не лопайте духов. Гели они тоже больно бьют. Паника. Не паникуй. Дух миля, уводи у синеющего. Сейчас раз сошел. Так, трэш, я не вижу. Трэш. Вылетаем. Я вычу у него. Бейте босса. Дух мили идет, Юлия, крутни. Да нахуй. Так, да. Ладно, добиваем эту гадину. Сову на полу полностью. Синтек. Сова. Вот Юля, пиздец, понимаем. Ащи, блядь. Я отошел. Вы пиво, нахуй, ёбаный в рот, синтек. Синтек, прохиливай. Кто у нас там может ману дать? Никто не может дать ману. Можно еще добить. Ну. Да, добьете, скорее всего. Хули, работаем, хилим. Приверженец, Юля, приверженец на лестнице. Так вот, маны нет. Я хочу по анонсу немножко, давайте. Я сейчас откачусь. Макс, иди побей этот босса. У нас хапал сухой. Безобидно ж. Законтролить его. Какой-нибудь хуйню киньте, вот. Ой, ебать. Заебал. Ебать, хап хорош, нахуй, пиздец. Давай потей. Вайда убила, понимаем. Не ебал, нахуй. Как хилы сухие. Да. Чё? Нормально кнопки откатились, сейчас чуть восстановлюсь. Синтек, возражение через 20 секунд. Вайда, Бель. Агрессивно хилю флешкой. Давай. Флешкой. На, побей босса. Приверженец. Побейте босса. Побей босса, не знаю, подойди. Так, леса вайда. Yes. 3, 2, 1. Ракшейна, за контрольте. Просто хандай ему эту ловушку. Все. Понял. Там бабл нахуй какой-то или что нахуй. Это да, это как его называется, это Bubble Freedom, понимаем. Откуда у меня Bubble, я крылья заюзу. На нем отражение, вот только хант может бить.
Танбей. Так, Войд, Фьюри. 20 секунд, готовься. Новый моб. Фанатик с лестницы идет. Господство на разум 5 секунд. А, господство. Хан, готовься. Сейчас куда-то дашь эту ловушку. Там готовь ловушку. Да. А, понял, ханта. О. Фанатик, развлейте. Ой, ты стал рез кого-то? Войд, давай, знаешь, кого... Да заебал, заберите, нахуй. Давай лепищи пота, не знаю. Ну, Тилара надо резать. Тютилар, да, Тютилар. Да, тоже. Ребейте его, ёбаный в рот. Ну, за что я? Так, ладно, ДК, давай тогда. Ща мне надо... Тихо. Живите. Больно. Маны нет нихуя, да. Нахуй. Брестит мазовый зелёный. Нету нахуй. Этого, сверху. Пидор объём. Беженца. Давай, Глеб, пул в этого беженца. Войда, Войда, контроль, контроль ему. Блять, разъебу нахуй. Контроль Войда, блять. Хорош. Захильтесь. Просто резист этот, блядь. Этот, ай, блядь, в лужу крипнулся. Глеб, вызывай бомжей, вызывай. 2 секунды еще бомжей не будет. Да бейте нахуй. Давай. Этот, Тутилар, бей нахуй его, блядь, у него щит. Сука. Я убью, блядь, стою. Давай, бомжей вызывай, это все, и лупи этого гондона. Помощник, лестница уходит. Ой, дай ему. Нету нахуй. Приверженец. И дух мильет. Синюю джагу кидай на босса, блядь. И лупи в это, лупи лапками. Синтека, законтрольте. Ой, законтрольте, он же умрет сейчас, пиздец. Так, хорош, законтролли. Припот откатывается, ебать, победа, нахуй. Отлично. Тутилар, не потеряйте. Кири, синтек. Захват рун, если есть. Задача. Дух идет в миле. Просто дух миле. Служу шли. Ой, я припот выпил. Давайте. В миле идет, на танк вроде. Тутилара. Не, на меня. Призыв помощника, 4 секунды. Когда в контроль берет, там откатывается этот банка, можно на ману бить. Сейчас лестницы берите. Ракшейна, забаньте. И сразу крыли, блин. Маба. Если маба не убить, не убьем нихуя. Давайте маба. Глеб, фулл маба заливай. Прям самого отводи. Танчи, Вилаша его тоже. Миллион 600. Ну хуярьте по нему, но он хилится. Ёбаный в рот, нахуй, забери. Глеб, полностью на фанатика полностью, прям это, его там лпшками закидай до смерти, чтобы пиагрить. Слушай, ушел? Дух мили, отводи его. Мана. Глеб, ты прям будухом стоишь. Рокштейн, побей босса. Я вижу, где он же не на меня висит. Рокштейн, побей реально босса, кинь на Рокштейн, 200 маны. Синтека, забаньте. Бой. Да ты бежишь, заебал. Дух ружил, Рокштейн идет вроде. Добавил молчать. Понял. Он будет молчать. 2 секунды. Ему нехуй сказать на такой пул. Да, приверженца культа, бейте. Только Юль, хват гриппа его и бей этого. Только. А, там Тутилара тоже нету, нахуй. Ну мы не убьем его просто. Давай, будет, прям. Тогда в босса посвичьте, все. Хильте меня, я танк, нахуй. Yes. Да упадите, хуже, где-то еще. Не-не-не, добью. Уже поздно, уже лем остался. Дайте сольву. Все, хил в этом в контроле. Бах, паладина. Второй фанатик культа вышел. Да. Фанатика залейте, а? А, ну все, ой, упал. Ой, пиздец, ребята. Давай, положи. Ебать, топор падает с рука, крутой. Я бы сказал бы кто-то и вагон, но мне кажется, после этого меня вообще сразу кикнут с гильдии моментально. О, блять, вагон, нахуй. Войд, да он тут за вас, блядь, потел, нахуй, за 10-ых. Да нет, ты вагон. Ты вагон. А, нихуя, да нихуя подобное, я тут потел. Ну, вагон делаешь? Блять, ладно. Давай, нормально все. Сын тебя, я быстрее тебя закастал на 3 секунды, ты ушел в другую сторону. Блять, даже стой, я не того это суманул, пиздец. Ты еще и не того сумки. Да, блядь, меня заебала эта фигня, что... Я хилил в 0 маны половину боя, ебать. А почему ты хилил в 0 маны? Ну почему я хилил? Я чё, ебу, почему мана кончилась?
Где твое озарение? Где это? Нахуя тебе варом сюда идти вообще? Да. Кому, мне? Ну. Надо, души. И в принципе я хочу себе этот скажу. Ебаный в рот. Да. Че, присмотрите? А Таго это кто, нахуй, Хант? Ну вот, это единственный вагон и есть с нами. И вот, смотри, тут падает череп, это раз. И во-вторых, здесь падает знак освещения завоевателя. Мне нужно апнуть. Вагон, это пук или кто это? Это пук. Да. Пук, да. С ОФГ. Ебать. А что? Ну извини, когда мы набирали, людей вообще не было, от слова совсем. Никто не захотел идти. А вот сейчас, блядь, вся Бельгия собралась, будто хотят это, блин. Такие, ну, за слово обычку принесем быстро. Сибирские. Да. Я только проснулся, нахуй. Так это, а чё, он, блядь, ваш череп заберет? Нахуй он нужен тогда кикать? Какой у нас череп? Не заберет он череп. Потому что череп не выпадет. Как минимум. Да, он не выпадет просто. Да. Все, рыба стоит в меду. Хаваем рыбу, давайте. Рашейн Каски раздает, да? Да, Рашейн Каски, я тогда на ХП ключу. Надо тогда реально, слушайте, поставить. Да, нахуй. Кстати, я так и не понял, зачем на Фурика символ рывка нужен, если рывок не работает во время боя. Почему это он не работает во время боя? Ну потому, смотри, вот я ставил. Хотел, что ли, талант? Друидом МП5 или кулак? Да, есть исто всем. Что можно было нажать готовность и продолжите говорить. Давайте так сделаем. Готовность, все, давайте, бурибай. У танка рывок во время боя точно работает, потому что... Не работает. Только у Фурика. Ой, только у Армса. У Фурика не работает. А чё, кулак, вот, боже, да? У танка, вот, вестник войны. Ебать. Давайте вы во время трая или после. Хорошо, давай, все, давайте. Обратный счет. У Юли час остался. Какой счет? Бафа нет. Будет. О, есть, все. Кулак, подожди. Я можете брать еще. Каску, дай, да. Каска из ПТК. Все, давайте, я крик на ХП даю. Аура нет. Бля, забыл, что делать тут, нахуй. Давай, ауру... Так, стоп. Бурибай, ауру от тьмы, брат. Да, тьмы поставь, я... Все, давайте, я пулю. Так, давайте, слева тогда. Мобы слева будут, вышли? Да-да-да. У нас просто будет этот культ целить, прижаться. Каст избивайте ему и прям к первому свечите с него. Так, только фанатиком в лицо не свечите, не смотрите. Без отложения вышли. Так, все отлично. Ну, тебя как сейчас касты можно сбивать? Вот эти. В леди? Нет. Безобидно, что контрол. Давайте там кто-то жабу может кидать. Спорция, наверное, заканчивается. Помощники 9 секунд, сразу на правую сторону бежали танки. На правую сторону. Помощники выходят. Так. ДК лужу кинули, там отобрали их. Приверженца сбили ему. Приверженцам ты можешь сбивать косты. А вот леди, когда она по читам, не может. Нет, эти, которые кастуют. Могу его грипнуть и сбить косты? Починили. Смели ушли. Бульбая. Все, отлично. Даже ничего не надо. Ты, леди, пока она под щитом, ты не можешь сбивать. Только она щит снимется, сможешь сразу этот кастуемый это длиной. Фанатики кастуют? Можешь, конечно, но спокойно. Ну, нет. Призыв помощников. Стоп, боссу. Фанатиков убили с приверженцами. Я заберу. Давай. Побежали. Прям под меня кинул. Ханты сейчас на пул прям сразу в Вилашу дойдете. Прям моментально. Вилаша, води прям его. Посильнее. На репчипе. Ох, ебашки их. Может тебя убить, а репчип. Я тебя потом убью. Сразу будешь у меня тут. Все анролы это для тебя будут. О, это хорошо. Нет, наоборот, как сказать-то, что ты все будешь не анролить. Сзади моб, нахуй. Фанатика, влились. Милики, влились, фанатика. Потому что укрепить его. И дары. Моб идет в сову. Ой, моб поймал. Дух, да. Пофигу, буду мобить, это дух. Дух мили идет. Аккуратненько. Отойди его, Юля, отойди. Юля! Бурибая, да. Законтрольте. Я понял, не зыбко. Дух мили. Дух мили, все, отбегаем.
Подлезай к помощнику, готовимся. Берни, типа, да. Ага, Глеб, сразу этот, помощника, культа вливаемся, прям вливаемся. Прям сразу вливай с него. Ага, расскажешь мне, как я вливаться буду. Сверху. Я пока что леди вожу. А, ты леди водишь? Понимаю, ханты на пулу вилашу полностью сдали, все прям, все сдавайте по КД. Своите. Сдохну нахуй. Мили, дух мили. Мили, мили ушли от леди. Я понял. Что-то понял. Синтека, синтека. Синтека скорее. Я не видел, блядь, пацаны. Да, сейчас я его, наверное, сбрею нахрен. Не чумите его, блин. Йор. Дух мили, отводи, да, отводи босса. Йор танк, да, нахуй, да? Нет, да, я, да. Эвилаша, Эвилаша. Дай салю по этому, по... А, по мне не надо салю, давай по Йор. По тутулару, дай салю. Дал, блядь, поэтому, тутулару, да, по тутулару. Я уже Пляженца. Понял. Господи, ДБМ надо скачать. О, как ДБМ надо. Смерть отражения, убегали. Спад и лужу бежали все. Йор, это история же, да? Да, Шейна. Да. Блять, мне еще глушение да, дали по ебальнику. У тебя только ГДК же, Ракшейн. Только ГДК. Ракшейна не убейте. Сальву дал, пиздец. Давай, отлично. Spirits. Ой, где там дух? Я не вижу этого духа. Блять, я забываю постоянно стакивать эту хуйню. Дай эту перехват. Тутулара. Сейчас, подожди, где тутулар у нас? Нет, вмешательство, да, вмешательство. Да, уже все. Лежанцу культа, быстренько, милики, освещенулись. Хаста, сбейте ему и поебал ему, скажите. Тачка остыла. Все, нормально, добиваем эту мудилу. Бать под, конечно. Изи. Хантову законтролите? Лук, дерьмо. О, пойма. А, нет, отсюда. Лук. Воет прям всю месть, всю ненависть на ящере убийстве. Смотрю, прям все, блядь, скиллы в него вкушать. Давайте этот... Ой, этот, кольчугу на... Чё, на хпала получается? СМП-5, на нафиг, по сути, не надо. Смотри. Сюда проходка нужна, проходка нужна. У меня этот, купленный, у меня лучше. Ладно, тогда это следим. Так, и лук хантовский. Лук, отдавай ханту, пусть ДПС. Ну, давайте, пусть это рольнет, чтобы это было дело, то, блядь, напишет на меня еще заяву, блядь, пидорас, срал Тару. Все, вот. Тару, дико. Победил. Тару с тобой, это на корабле тебя отдам. Да? Он в любом случае победил. Да. Жестковые роллы. Охуенные роллы. В темпе, братцы. Давайте, этих бичей... А, я понял комбат. Больше душ, богу душ. Только у меня уже. На лифте, блин, спеши на. Войт, может ты знаешь, а у БМа, когда на пул нажимаешь, пет тоже агро генерирует или нет? О, ебать, еще спросил. Я за ханта вообще никогда не играл. А, кстати, знаешь какой вариант? Ты можешь просто не бить и проверить. Ну вот да, я хочу проверить эту херню, но это надо как-то в более пассивной хуйне проверить, а не так. Говорится об этом. Можно проверить. А руник же вписывается в каждую кнопку? Да. Под каждый просто удар у тебя должны для сливаться все руны чисто на рунник. То я пока что его без макросов жму. Нет, жми макросом полностью. Это как у вас героический. Нет, и... Вы на 4 ботаж, да? Сейчас. Да, на да, 5. Да. На 5. Еще вальку. Я на этом корабле танчу. Давай, это сделаем так. Еще вальку надо захитить. Да, давай сделаем так. Так, что у нас? Это сюда, это сюда. У меня. Так, сейчас, подожди, Ракшейн. Ракшейн где, бля? Так, ставим шкаф, суммоним Ракшейна быстренько, в темпе. Кнопка не хватает, такая. Веру на человека. Геру с пула, сразу там, не знаю, там, Void Starfall, что там еще, Syntax Starfall, отлично, погнали. Давай так, Хан, сядешь там в этот, Таром сядешь в пушку, и тогда сядет в пушку, и все, наверное. Да он два ханта, закинь в пушку, и все. Ну ладно, давайте два ханта, так, пушки все. Я сейчас тут подержу трэш, походу. Готовность. Брэдвик. Знаете, Бурюба и я по Йор. Лучше бы Варя как раз закинули в пушку. Блять, бесполезно. Ладно, все, блять.
Да, лучше бы вора в пушку, конечно. Хорошо, я вас запомнил. Тогда я в пушечку. Посмотрите на стриме, где я нахуй. Ты, ну, поднимися. Наверху? Это база. Или где-то снизу? Я понял. Ну это сова. Сова, прыгай. Крылышки машин. Ебать, вы видите, как я стою, ебать? Вы можете... Ну как, да, давайте я в пушку сяду. Так, у кого каски нет, кто падал? Нет, ты садись, этот, лужу закинешь, и там с Бурибаем развалить тебе быстренько все. Зачем мне там нужен? Если Бурибай просто будет танчить и бури крутить. Ну ты в это... Запустите корабль, давай, ребячи. Я запускал уже его. Корабль. Я же запускал уже. Блядь, бичи, блин. Я же запустил его. Блядь, не запустил корабль. Я еще бичи у него все оказались. А все, пушка занята. Так не работает. Я не забыл. А вот хрен его знает, я вот вниз пошел на всякий случай. Ладно. Так, Шейн, знаешь, как это тактику тут что делать? Он по пушку садится. Спать теперь, летать и так далее. Хотя я, по идее, могу достать отсюда хилом. Ну, достань только этот, под удар не подставляйся. Смотри, Юля тогда там будет танчить Вилашу. Частицу это на нее. Иди в пушку. Иди в пушку. Да. Я буду сверху наблюдать за вами, ебаный рот. Ебай, я упал. Как же сарафол? Да, один из хилов должен туда перепрыгнуть лучше, бля. Да. Ну, посмотрим. Раз достанешь, то будет достанешь. А кто на корабле бьет мобов? Буря? Бурябай, я. Ага, окей. Давай, ебать, портал на корабле, 2 секунды, 1, 2, открыли. Ебать, на обе пушки стерили закинули, нихуя вы крутые. Хуя, блин, машина. На, ну на, так на. Ясно, бисовый ГДК здесь сидит. Заморозка 12. Бисовый ГДК? Понятно, ведь. Да, блять, я хожу блин, за шмотками 10 тысяч лет, блять. Блять, Ваня, сколько у тебя ГДК живет уже? 2 дня? 3? Огонь. 2 дня. Летаю. 2 дня, блять, 2 дня, блять. Кто за это самое? Ну, таких усердных дня, так он у меня давно создан. У меня тоже 2 усердных дня на ханте было, осталось только последних слуг с кары достать. Так, все, садимся, пушки. Постреливаем. Войд, Страфолс давай, прям сразу, прям без Б. Страфол. Истерию в сову и Страфол. Истерию в сову? Да, и Страфол, это так нет, надо. Пушки, может, я буду аргументировать, почему сова дает Страфол. Лучше в пушки давайте. Да, я прикалываюсь. Просто был поход у нас с ЛК, и этот там... Не дадим упасть. Повар был. А тут колдуна. Колдун вышел. Пиздец, бич, блять, на левой пушке, нахуй. Бля, ты, блядь, сейчас я... Че, улетаем, нахуй? До сотки, нахуй, разогнал. Мурадин, сока, 19, нормально, держит еще. Там на пушке, на левой... О, молодец, ебать. Да я потому что не успел скинуть, успеть заморозку закинуть, это все. Я начал просто спамить эту двойку, и у меня это было КД, я не успел откинуться. Это нормально? А то у тебя пробивают сильно. Давай сделаем так. 30 стаков, 40, сколько там, 35, 40 стаков. Да сейчас колдуна убиваем, и после этого тебе что-то придумаем. Я просто прям нон-стоп, он хилю. Блядь, что-то... на атаке надо, блядь. Бич на друиде, все а понял. Как ты сдох, синтек, блядь? Да потому что бич. Синтек погиб, блять, нахуй, перелетайте. Колдуна убиваем. Заморозку сейчас бейте. Заморозку еще одну бейте. Быстренько заморозку забивайте и перелетаем все. Скидываем стаки, снова потерять там следующим колдунам. Как тут можно было умереть, блядь? Синтек гайд нахуй напиши, блядь. Будь кинь, будь. Ебать, я, короче. Сука, гайд. А, улетаем. Нахуй на корабле. Все, Юль, улетай. Я Юлю хилил, короче, а там ракета летела, думал успею, в итоге она прям пяткой задел, прям пяточкой. Ай, больно, мизинец. А тебе что там, да, типа, да? Больно в ноги, короче. Можно скинуть? Можно лететь? Давай. Если ее скинула? Че, скинула стаки? Скинул, да, там 300 всего на него. Заморозку, дайте юрей туда. О, нихуя, опять он отравился. Вышли. Давай, врубай, крути. Джагу желтую, джагу красную, джагу серую. На, нахрен.
Давайте, 500 тысяч осталось. То есть БМ тут вообще бесполезная хуйня. Где, на сервисе? Нет, нет. А какой меткость у ГДК? Пец стоит, он вообще не бьет. Ну, скорее всего, физдуха 8, а магия, не знаю, если, конечно, работает с магией. 11 магии. Но это при наличии, наверное, ШП и совы вроде, да? И вот нахуй этот талант, да, талант, талант истерии, нахуй не нужно, бля, я вот только танчил нахуй, ни разу не кидал нахуй, думаю. А, ну понятно. Понятно, все с тобой. Вчера, бля, один рога попросил нахуй кинуть нахуй, а я, бля, на себя кинул один там, бля, с пула нахуй. Хорош, давайте. Рога, нахуй, мне с пула кинь, пожалуйста, я окей нахуй, и на себя нахуй, рога, в ахуе на нем. Да, да, сейчас скину, на себя кидает. Я понял. Это ну, наверное, без нахуй, гора. Они так пиздят. Переезжал к нам. Так, давайте заморозку переживаем и улетаем с корабля. Я лучше понял. Нахуй, на это, бля, на меткость нахуй надо ебануть талант, нахуй один, плюс один меткость. Все, улетаем. Хорошо, улетаем. Юля, все, улетели, все. Там ДК, его не жалко. Да, блядь, не жалко, я понял. Расскажешь. Ты же их много на сервере. Ты же бисовый анхолик, ты должен прожать кровь вампира, прожать ледяную стойку и это... И что-нибудь еще. Ага, и мародина трахнет, я понял. Скорее всего, он тебя трахнет. Бля, какое колечко из танковской падает. Огонь, огонь, ну, бля. Да ёпта, перелетели. Нормально. Давай подумаем, что может упасть. Так, три топора, три колуна снежных великанов этому молодому человеку. Топор, манрол, поручный, сурка. Сурка? Ну, вам бляха. С мастеркой. То есть ты не будешь драться за этот, за... Если я глору возьмешь с пятки. Мечи не носят, если хочешь знать. Медведям? Им нужен обязательно так этот. Ты не медведь. А мне зачем Глора? Мне нужен РПБ. У меня уже все с РПБ есть, нужно только грань тьмы сделать, это апнуть себе в... И все. И у меня уже все... Да, и у меня палач есть. И говорю, я иду по стопам Биг Дэма. Он тоже с этой, с Шемом и... Как он называется-то? Все, давай добиваем, перелетайте, чтобы не было конфузов. Боясь грабить, что ли, нахуй, да? РПБ меткой стартовать. А как мне вообще честно себя говорить? Я жму, короче, ЛПшку, удар чумы. Что, давай добиваем. Пилитаем, пилитаем, пилитаем. И удалить. Кровоотвод, и это, вскипание крови. Все, Юль, улетай. Хилы, хилы, дрочат нахуй. Хилы, нубы нахуй. Что дрочат? Уронили. Я осуждаю, блин, просто интек. Ты же топ-друид, у тебя же травма героическая. Как ты можешь? Там еще 10 секунд. У меня омоложение, буйный рост. Добьем, добьем, 50 тысяч всего. Только не резайте Юлю сейчас. Да. Давай, блядь, сука. Давай, давай, сдохни нахрен, сдохни. Ну тыкните. О, фу, что-то было на грани. 95 хп и заморозка кастуется, пиздец. Так, кто откроет сундук, я для того сразу кикаю нахуй с рейда. Я сейчас открою. Дерево я. Смотрите, у меня уже на дереве исключительно написано, блин. Тебя уже на дереве стоит. Да, на дерево стоит. Уже на дерево стоит, ну понятно все. Просто в дупло уже след... А, тебе видели мемы с Рексаром и этим животными? Что он этих, типа, животных ебёт? Я, конечно, все понимаю, блядь, но чтоб на дерево стояло, блядь. Видишь, у меня два древковых? Я понял. Ну, трансмок, короче, все, Юля, я понял. Глаши здесь. Давай, Глаши здесь, открываю. Да, сосать, лежать. Так, давайте. Что, мужики, блять, мне надо отойти, попал за хилит сол, я не знаю. Плащ, плиз, отсосу. Выезжай. Выезжай, давай ты ко мне. Все, Путилар, иди-ка отсюда. И... Ролл. Давай, 90. Стол, сосать! Никто! Только с кем ты ролишься, вот в чем вопрос. В смысле, а что, был еще там? Йорк! Мне не надо. Опять 8?
Сосать. 8. Сейчас, я по приколу кинул, у меня 2 раза 8. Вторая сотка. Как мало надо для счастья. А Войд был близок, чтобы забрать. Я говорю, это просто, и просто. Они пиздец нужны. Ну все, ГЦ, нах. Ебать, я хочу кончить. Спасибо за гильдию, нах. Хочешь что? А у кого есть Этерневая нить? Как у меня? РПБ 1318. 1350 РПБ надо, это надо быть, блять, я сейчас охуею от жизни, сука, господи, как хорошо. Кто хочет потестить истерию, может быть, РПАЛу истерию или анхолику? А, давай быстрее, блядь. Давай. Ладно, дай там все лучше. Фул, дайте, фул этот, ребаф делаем. Я запускаю пока. Кликни истерию, пожалуйста, в ханту без обидыша. Не, а не чё? Надо, тебе надо пету давать ханту. А чё нахуй, алло, почему на мне каски нету, блять? Как дела? Каску да, дайте, скажи, кас. Отдал крик. Я ребаф, но обязательно. Я просто без пали пауэра, потому что я и так нагружен аддонами. Мой ноутбук говорит, чтобы я куда-то шел далеко. Ты выключи ДБМ. Да. Он бесполезен в этих ребятах. У меня, наверное, XPerl больше лагает. Обмен. Держи, Таро. Я тебе лук забыл отдать. А, да килл-то без Т4 даже. Да хэпал вообще голый нахуй. Ему еще ГМО фармить. Да. Ну у него есть грудак сейчас этот. Так что ему надо хотя бы еще. Можем сейчас перед этим, перед РТ быстренько принести Кару обычку? Опять. Миссис, мне нужна голова Навара, мне последний кусок остался. А мне пиздец. Руки на ДК, я тогда буду бисовым. 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Пиздим этого мудила. Геро, прям с пула. Ага. Давай. Так запишем. Геро, Сова, Старфол, ДК Геро, давай там что-нибудь юзаем просто. ДК Геро, я понял. Почему Бурибай танчит? Я просто не знаю, Бурибай. Ой, бля, по Бурибаю сальву, дай. Да танчится, мне кажется. Рикшен, дай по Бурибаю сальву. До смерти. Не-не-не. Дал. Нисус, то врубил, бля, пиздец нам, да. А, нифига себе, ДБМ пишет, когда надо таунтить, отлично. Это крови, лужу кидай. Пошел ДПС. Закливаем эту помойку. Я не кливаются уже больше. Таунт сюда. Ну, они кливаются, но очень мало. Ну хорошо. Ох, какая же, по-моему, надо просто протвара сюда. 10 тысяч на 24 тысячи и 2 на... О, бля. Мать, это просто критическая машина. 23. Юля, Сивелик есть. Пожалуйста. У меня тоже Сивелика. 3 КДЛ. Звездочку. Ход без истерии, там крутит. ДК дайте хоть одну. Ага, без истерии. Ни одну истерию. Никто не свечится в трэш. Ну чё, бичи нахуй. Лекцию вам прочитать? Так. Бурибай, 100 тысяч в трэш, тутилар. 70 тысяч трэш нахуй. Безобидный ж 90. Войд нахуй. 250 в трэш нахуй. Припичим 14 нахуй. Хант Солчата 60 тысяч. Короче, вот вы сюда. Кого вы забьете? Ну ладно, бейте хули. Я посмеюсь. Вон с корабля падайте. А все, можно падать? Ну там можно выйти и упасть. ДПС крутил. Че, блять? Правила писаны не для нас или как нахуй? Или чё нахуй? Или может быть все не будем бить трэш? Так вот так и попадаем раз 10 нахуй, как дауны, блядь. Сука, вы чё, не знаете, что бить трэш надо нахуй? Репичи, блядь, как дела? Остальные, блядь, нормально, чё? Отлично. Чё это, блядь, тутилар дотки бросил и всё, и нахуй надо? Мобы вырастают, и они шотают по 30 тысяч. Или что, или... Ну это каждый раз надо напоминать в героическом режиме, блядь. Близко не подходите к нему. Да. Ебать, это пиздец сложно. Два моба разъебать нахуй. 6 ддшеров или сколько нас там? Да. Вот так. Через, по-моему.
А сколько ты видишь, это может? Ну да, 6. Не дай бог сейчас, сука, у меня больше будет, чем у кого-то. Ну, блять, отвечаю, если у меня будет такой отрыв, нахуй. Ты сова, тебе можно. Ты 266-й, бля. Да, дядя. Кто там перемазал? Нет, просто кнопка тап работает. Что вы не бьете его, нахуй? Кто не перебьет Вайда в трэше, тот пидор. Тогда. Ну, блядь, и так не бойко как-то залез. А трэш можно хилить? Дайте стамину. Что у меня за фигня? Почему вот цель вне поля зрения? Ты же прям передо мной сидишь. Потому что тут линия, короче, вокруг босса с урфа. Видишь, белая на полу? Вот кто за ней стоит, оно в другой как будто этой. А Вилания этот, быстроты есть или? Готовность. Подожди. С бафом. Погоди. И покушать надо, Тобинмана. Спасибо. На всех каска есть, господа. Надо, да. Проверяем головные уборы, пожалуйста. Так, все. Все готовы. Не-не-не-не, чего? Ладно, все. Так, как Шейн. Это нереально. Нормально. А, у него говорится. Давай. А-а-а! Я понял. Да, давайте. Заново тогда. Истерию, 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 пожалуйста, бля. Спасибо. Вроде крылья сбивают истерию. Да-да, ну, я не врубал. Блять, ну, сейчас пиздец будет. Парень, готовься лужу кидать сейчас. Трэш, 10 секунд. У нас деньги, походу, это, далеко. Да, у нас, походу, этот. Если сейчас на него метка повесится, кикни его, мне кажется. Хотя не успеем. Давайте нормально добилим. Просто я в следующую метку, мне придется убегать, захиливать его. Знаешь, мне кажется, тут 10 секунд надо убирать. Он сейчас подхилится, ребят. Че, синтек это подхильте, блядь? А синтек у нас это... Схуяли он подхилится? Он АФК стоит. На нем просто кровь, блядь, он не подхилится. Он не кидал в него метку, это просто лужу он кинул на него. Да. Варя, лужу кидай, Ваня. Клипы. Блять, как же страга, это проблема. Синтек, сука, АФК шар ебучий. Ну он сам, что придет через 10 минут, но, блядь, 10 минут жрать его. Как-то. Как вам не уверены, ребята, это, конечно, почтительно, но у меня как-то это... Жопа-то горит. Что за желтый, бля, заебал? Это все крови. Так, лужу под себя. Кидай сейчас. Ты там свет небесный, он стопом кастуй. Если что, я залезу. Мне пока нормально. Ага. Потому что там Кадет таунт. Поставь таунт на этот, на этот майнсовер. Вообще отлично работает. Я на себя пиздрика стаунтил. Я понял. Готовимся к концу крови. Да, да, чтобы... дай войско, нахуй. Упал на него щит, дай на этого, Йора, священный щит, либо не. Да, нормально. Сейчас, да, давай не зыбку вилашу. Лужу, 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 давай. Хильте, блять. Спасибо, сам подхилюсь. А, почти Войда догнал. Ой, я 11400 стал, хорош. Сюда, топор, это анрол. Это Войд по трэшу мало играл. Да, кстати, Войд. На полтинник меньше ханта. Не было вруяна. А чё, один класс? Нафиг ты его кидаешь на ролл, это анрол. Я сказал же, что это анрол. Я сказал же, вот видишь, анрол, отлично. Я понял. Я же говорю тебе, это анрол. Сказал анрол, все, блин. Санролил роллом просто. Кожа, не знаешь. Свой, сюда. Вот этот, вот этот топор и надо, да, заебись тебе. Да. А я не видел его просто перед бычьим сердцем. Он ножи кожаные, кому-то надо вообще? Бать, сразу 25 мастерки. Мне на эрдру надо кинь. А, ну он есть. Ну давай, Таракшейн. Я, если что, этому синтеку отдам. Надо его резать. Этот, Бурибай, хильни сейчас Вальку.
А то там тот пал не это самое, пускай знак. Лучше это. Давайте там тоже. Он не осилит, ему уже пиздить там будет, пока он летать будет. И, наверное, этот еще я себе заберу тоже. Ролл. Так, ролл 60. Отлично, блин. Ну, раз не куда, давайте соберемся. Ну, Валька не там же. Направо, да, направо. Это не там. Ну, если пуха еще и та выпадет, то вообще пиздец будет. Бомба нах. А чё там-то десятая на ханта тут дает? Хрень бесполезная, да? Мы бегали, ну, да. Я помню, достаточно недавно с ним. Давайте Вальку, когда... 4-10 вроде бегали. Мне кстати... сразу в хила вернуться, бля, пиздец. Да, бегай в хила тогда. Мы знаешь, когда сейчас делаем? Экшейн оставайся в хиле, синтайк тоже будет в хиле. Ищи, и... сука, хильте нахуй, дай руки ей. Не дыбку дай, если есть. Сакру нажмите. Пиздец, вы ебучие бомжи, нахуй. Хил просто, хил просто АФК ушел, нахуй, вы пошли да. А, так а чё мы убьём тогда, ебать. Не знаю, чё убьёте, когда хил нету. Я здесь, пожалуй, подожду, я не пойду. Там страшно, там людей. Там людей ебут. А, он даже из ДС вышел. Я понял. Ну и чё вы делаете, блядь? Синтек ушел? Да, вышел из ДСР. Интернет отключился. Нет, ну все, что он 10 минут идет. Ну товар, да умри, ты не телепортнуться нихуя не сможешь, зачем ты бежишь? Давай, 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 это, безобидныш. Посредь, либо они. Там всех убили? Да, блядь. Корона какой-то живет, но. Бичи, блядь. Все, короче, вставай, тут пиздец. А вы что, идёте? Ну, так... кого там бьют? Сейчас, Трока. Сейчас а, там этого Таро бьют. Ханта, Хант умри уже. Да кого его бьют, нахуй? Он тут у портала стоит, нахуй. Вот не, Крока. А, не Крока бьют, я понял. Крок, чё ты? Блядь? Крок, блядь, бессмертный просто, ведь он не умирает. А он, да, кстати, он вообще не откисает. Не откисает, чувак. Че, вы из этого не можете это ничего делать? Ебать. А, все, заводитесь. Отлично. Давай, Войт. Хилом, если что. Да. Блять, ты синтек. Он вышел, блин. Он уже недолго вышел, не посмотрим. Ну что, бичи? И... давай, это убирай ходит. Этого ханта нахуй, бери Сезжу нахуй обратно, и Вальку добьем и все. Нихуя себе. Что там на ханту? Нехуй ему тут делать 8к ДПС. Мы все равно 4 босса сходил, хватит нахуй, пускай. 9,6 вообще-то. ДПС надо. Пускай идет чилить нахуй, со своими камнями с обычными. Пускай идет гмоб фармить, нахуй. А хотя у него 4 есть. Да. Так, Сижу, ты же делаешь. Она, походу, камни черки перекидает. Блядь, ёбаный Вальки. Бак. Я перезахожу, блядь. Какой баг? Да я был призраком, блядь. Да ты и есть призрак. Блядь, пожилой просто. Так, а принцов мы, наверное, не осилим. Ну, не поймем принцов, да нахер. Нет, ты чё? Там что-то я падает? Просто... я просто смотрю шмот. Ну везде на самом деле шмот есть. А кто там остался? Валька. Типа, блядь, который хилит. Ну да. Вы же бинтами хилить. Нам не хватало твоих бинтов. Если можно было этой безуджином. Я могу только бинтов, блядь. А чё, с души не фармится, что ли? Можем мы тухликом еще бить. С тухликом падает крутой плащ. Все, зашел. А, нет, слушай, падает. 107 душ уже. Хорош. 108. Души тут быстро фармятся, бля. Я за 2 кд нахуй этот собрал. Ой, блядь. 111 душ. Давай по фарма и плюс 4 босса. Так, сейчас я кнопку поставлю. Оп, я отбегу. Салю, дайте по лепечу, я сейчас все сорву нахер. Не зыбку просто там. Давай тогда. А, у тебя тоже 4 же есть. Хорош. А можно да, что-нибудь там это? Ману пинком нахуй.
еще когда-нибудь мне тоже будет четвертый кусок Т4, я смогу дать машевые. Я буду хорош. Победил, у тебя уже Т4 что-то есть? Вчера варварские токены никому не нужны были. Я не знал, я пошел, блин, с импрестом ебучим, блин. Если бы я знал, что падают, если упадет токен на вара, блядь, я бы, блядь, сам бы облизал бы все вот это. Ой, я понял, блядь. Кстати, Седжо плащик выпал. Все-таки. Ну, ГГ, хорош. ГГ. ГЦ. Мне ботинки греческие выпили. Кучу дел нахуй переделал. Полы помыл там, да, дом урался. Что, блядь, нет. Нет, не тебе дал, да? Ладно. Ну, просто обычно парень уходит, говорит, я пошел по делам, он такой, там, помыть полы, уборочку дома сделать, там, не знаю, похавать, намутить. Ну, похавать, намутить, это еще предстоит. Я вчера целый день, это... Ну, пельмени, у меня пельмени есть, я их уже не ел 10 тысяч лет, поэтому... Блядь, еще не говори ничего. А вот я нахуй скажу сейчас, блядь, за пельменями скоро. Пока тебе сын лагерь новым не переебал по голове. Где ты здесь? Подожди, где ты здесь? Сейчас я даже тебя влечу, погоди. Педжу. Влетел. Да что влетел, что не влетал вообще? Ладно, ладно. Еще раз круточка. Я специально пишу там уроки, этому бабовый хуилу этому, как он там, никто не знает. Кому-кому? Хуили. Этими. Ну, сегодняшнем уроке напишу специально, скажу, блядь, там чел есть, надо его гангать по КД. И заплачу ему 1000 голды за... Доплатить я 1000 за каждую его смерть. И скриншот. А, ну а мне нахуй толгород не нужен больше. Хорошо. Если шею зачарю, и все, мне нахуй вообще. План был хорош. Реализация подкачал. Вообще план. Он будет просто скаутить всех. Что, блядь, ты платил ему, что часами не платил? Он и так там будет ходить, блядь, гангать. Я скажу прям лично тебе 1000 голды за каждое убийство. Нихуя. У тебя денег не хватит столько. Тут что-то у меня есть 44 тысячи, это что, 1000 голды, 44 убийства, отлично. Я могу почти... Ну давай, вкладывайся. Сделал ПВП мутика и такой пизды ему, да. Не, Рога, это потом это Рога пишет, Седжи такой, блядь, давай пополам поделим просто. Помираешь так. А я понял. Ну я понял, можно махинация. Махинация те еще. Ах. 126 душ. Так, давайте. Мы идем на Вальку, а у нас Брит АФК. Да этот просто бич, блин. Может Гламурчену написать? Ну классический синтек, это Гламурчену, это без обидыш. Он не знал об этом. Я забылся, нет, я забыл случайно с тем. Понятно. Давайте, Герус. Он вышел, блядь. Он сказал, 10 минут отойдет, уже прошло где-то минут. Наебал, он наебал. Да как всегда, блядь, наебал. Толчки застрял, блядь. Ну как и я, блядь. Да, кстати, ты тоже наебал. Слушайте, такой стал вопрос. Как думаете, сколько понадобится времени, чтобы пролететь полный путь от пиратской бухты до острова Кильдонаса? Получится. Пролететь, то есть садишься в пиратской бухте, и у тебя прокачанные на орде фул полетки. 17. Нет. Полчаса. Нет. Час. Нет. Два. Час, говорит, ты че? 12 минут. Да, ну на, это пиздоболее. Да, ну на. Я специально, я сам засек, я сам пролетел, сам засек. Пиздец, как же интересно, нахуй. Да, ну мне просто был интересный момент. Ну да, когда мы собирали ульду с этим сервистом, я думаю, дай-ка я заеду туда быстренько, пролечу до Кильдонаса. Я вот с утра, ну, встал и думал, ебать, реально, а сколько, ну, от пиратской бухты до Кильдонаса? Да, я тоже как... То есть прямо, ну, типа, хотел зайти в игру, зайти и спросить. Ну, хорошо, что кто-то нахуй за тебя уже, да, нахуй сделал, это проверил. Да. Ну. Тело какое-то надо взять, чтобы дамаг. Юлечка тоже скоро будет души собирать. Да, или чай еще упадем. Упадем, вот именно что упадем. Ну что нахуй? Да, ну давайте какой-нибудь тон у нас есть там. Брибаев хила. Да, Брибаев хила так будет. Или уже. А, хорош. Может, Матфокса заберем? А ты, бля, истерию кидаешь. Ты его Валик убил в хиле? Да.
Ну... Там сланая такая пуха сочная падает. Бля... Больше маны больше... А вот там шея и палец. Вещей, там вещи. Совета кольцо такое падает. Давайте, давайте не надо. Нет, 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 я не пойду по этой пачке. Вот такое. Это сам вину нахер. Сами там едите, как хотите. Ебануться. И пояс неплохой. Да, и пояс висовый так-то. Иди синтай. Ладно, все, давайте. Пиздец. Нихуя тут, бля. Готовность, это и... О, да и это неплохо было бы. О, ну да, ну да. И все с совета. Обратно чё, совета? Совет полезный. А тут свечимся. Какая механика, блядь, тут? Как вот там хэмки, да? Да, да, да. Также тебе сильно много ни хера, ни это не бей. Там буквально это... Ну, я думаю, сначала ты фулл, наверное, принесешь, а потом, я думаю, тебе придется по 3-4 хотя бы. Подавить тебе много. Я залью. Ого. Блять, не... Да ебать, мой хуй! Да бомж нахуй. Понятно, Седжи, блядь. Накрутил. Вы пизда бомжи нахуй. У вас ДПСа нет, вы еще падаете. Я ничего не крутил, блядь. Это я, блядь, накрутил, идиот, блин. Ты накрутил, походу, да. Да, я свечка слева. Старайся катить больше мобов, блядь. Надо, блядь, я забыл, что этот мудила такой жесткий. Печку слева разбейте, скорее сейчас, блядь, и сагающий пайм будет. Это места, кому. Ты кайте, блядь. Сейчас разгон будет, блядь. Ну, это пиздец. Разбейте вы свечку. Не играйте нихуя вообще. У нас паладины тут есть, нет, какие-нибудь? Крах, что-нибудь киньте, не знаю, блядь. Крестов нет, ладно, хуйся. Полдырного отбежали. Ближе подводите, вот сюда. Дай, ну... Ну, типа неудобно. Хули вы у ворот танчите, бегать. Нахуй. О, ну все, поганчик там. Подавление идет, слева много. Ну, Ракшейн уже сел нахуй. Да тут нехуй делать. Ну. Все нормально, все нормально. Да нет, это хуйня, это не нормально. Съебать. А где Бурибай нахуй? Хорошо, да хуй. Не, на луже, в центре нахуй. Вот этого вылетел. Ну, бомжи, блядь. Падайте, ладно, падаем. Блин, нам делать что? Это залупа ебаная, нахуй. Подойдите кто-нибудь к этой двери, я дам. Вон, давай, я пернул, встаньте мне, дай. Ёбаный дурак. Пизда, нахуй. Нафиг дурак, кто умер-то? Куда ты меня взял, нахуй? Видишь, ДПСа нет, нихуя, дохните как бичи. Хил не захиливает, ну, вообще, нахуй. Все равно плюс 4 сделали, зачем нам идти дальше? Да? Так ебать, я же просил, нахуй. Ну ты говоришь, ну ладно, нахуй. И что по итогу? Мы не вывозим. По итогу что, войдай? Давай, кинем. Ищи, короче, тело. Нужно вместо Ракшейна хила нормального, кто сможет держать танков. Что у нас? У нас гильдии села, у нас никого нету. ДПСеров. Похуй вообще, бери ДПСеров. Пускай гламур там заходит, захилит нормально. Или он полет... Это, Бурибай захилит, а гламур полетает, блядь. Он в одного не захилит танков, нахуй. И вы, ну, еще понятно. Стоите на выходах, танчите, ебать. 60 километров от одного танка до другого, нахуй. Как он будет хилить вам, нахуй? Еще и дохните под ебалом. Еще я АДКшнику говорю, ну оковы кидай и кати. Ты стоишь этого зомби танчишь, он тебе пол ебала отрывает. Оковы кинул ему, РДД бьют. РДД не бьют нихуя, нахуй. Ну, в смысле, хант один не вывозит, надо ДПСера брать. Вместо синтека, нахуй. Зруинил, это залупа, да. Нахуй. Тут нормально надо играть, нахуй, а не падать, как бичи. Блять, может потом это убить? Да хули потом, нахуй. Да зачем потом? Я зашел, ебать. А ты говоришь, давай, давай, блять, нихуя себе. У нас, блядь, до проноса не существует. Давай, все, я, короче, перезахожу. Я из синтека исключаю, давай заходим на... Так, кого надо брать-то? Я сейчас зайду, захилю эту хуйню. Вы там главное подойдешь? У нас Магина, может Магина позвать? Я хуй знает, Магина, не Магина, вон какой-нибудь Крипто Эвил, там, не знаю, какой-нибудь Мэтт Фокс. Вон, я подал все. Притон, Аркатранс. Мэтт Фокс. Сейчас нормальный солдат, Мэтт Фокс. Тут в рейдах, нахуй, мало его имя звучать стало. Да. Ну, он там называет, что он ходит, кстати. Там два часа у меня было. Так, безобидно, что тоже так получается.
Скучаем Рокшейн. Где-то Уден. Сколько тебе этерневой нити надо? Да, я ассиста на войда, блять. Одну буквально. Одна. Я просто плачу зачарить. Сейчас куплю по пути тут. О, спасибо. Хуя вы, блядь. Дай на войда ассиста, прием, блядь. Давай, 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 подожди. Как там? Ой, исключить. Так, помощником. Рокшейн, прощай, обратно. Да не, пусть остается. Нам, блядь, у нас на хилды надо. Пусть ходит домашний. Он очень слабый, блядь. Гламур вместо его захилит. Надо ДПСера лучше взять еще одного. Сейчас, да, будет, сейчас вам будет. Ладно. Пати, все, я продукса взял. Просто мака. Я Фокса взял. Все, Рокшейна убирай. Ему тут все равно ничего не надо, блядь. Это 4 ултать Рокшейну. Угу. Бля, возьмите, я вас пробафу и пойду. Возьмите еще раз фейт. А, да, да, но так летят. Не срабатывает. Да. Бафы слетят. Да похуй, ну. Да. Вот они, эти паладин все равно зашел. Эти РДДшники полетают, блять. Пойдемте за сумоним Мэтт Фокса и Апродекса. Быстренько. Как там лететь? Да, пусть летят там. Они с ТГ оба. Я вот как-то на путь там проснулся, я думал, сколько лететь, бля, с Далрана в ЦЛК, нахуй, там 7 секунд. Ну, там. Один кто-то выйдите, потому что я уже долетел до ЦЛК. А, ну все, видишь. Вот поставил метки, звезда, кружок, это места, где танки должны танчить. Не там у ворот, бля, сейчас, а тут поближе быстренько. К центру. Да, я добегу. Так, прот. Тут быстрее свяжут. Ну и кто, и кто полетает? Я хуй знает, оставаться мне или летать с палом. Я полетаю один. Не могу прыгнуть с этого, блин, хуйня. А там этого. Припала. Нет, я рейд похилил вот тут. Угу. Давай, Войт, ты летай с этим ламуром. Ну, пускай попробует полетать, если будет пробивать, то я полечу. А, ты за это? Не, я не парься, это... Ну, похилю рейд. Фул начал, короче, и, короче, до конца долетел. Там уже, нахуй, у меня 6000, что ли, оставалось всего лишь. А я, короче, оттуда вылетел и сразу в лужу упал, короче, и шотнул. Там вся хилит. Знаешь, надо. Да, знаешь, я лучше прыгаю, прям в это, в альке приземляйся спокойно, думаю, и все. А, хилить можно, да, а я не додумал, и ну вот там обязательно надо себя хилить. Если ты один летаешь, то кидаешь в себя шок. А, все, все, заходим, заходим. Щит вешаешь священный на себя, кидаешь шок. И если прокает флешка моментально, то флешку тоже вся заряжаешь. Ну, если не прокает, то восстанавливаешься, кастуешь флешку, хули. Вот, а если прокает, то там еще дотка на тебя вешается, тебя хилит. Ну, а под стаками надо больше хилить. Так, Матфокс хотя получается. Ну, с хилы получается. Грибай, Гамурчен и ты, да? Угу. Три хила? Ну да, нам нужно райд хилить потом. Не, без лока хуёво, немножко. Бабочку потом же пойдете, да? Да, конечно. Я тогда пока обкану, посмотрю стримить звука. Если что, орите бабочку во второй. Mm-hmm. Там бабочки проще будет, Пейка. Ну, что, 4 часа сегодня у нас РТ. Да. Ну мы успеем, наверное, хотя бы Карус бегать. Давайте после этого Карушу сбегаем. Может, ой, гайма? Слушай... Геймоп. Я уже бегал всеми стажами геймоп. Лол. Да. Всеми тремя. Подошел минут на 30. Слушай, Войд, зачем нам ИВК-25? Мне что-то очень интересно. На нуб, нахуй. На нуб, блядь. Мы ковырять его будем 10 тысяч лет. Да нахуй ты, блядь, ИВК, пошлите ссылка гир, блядь. Нихуя себе вы такие интересные. Когда все выбито, блядь, этот... Типа, нахуй надо, нихуя себе. Нам нужно, ну, выпить у меня, знаешь, у меня ничего очки не выпито. Мне гильдии, этот ИВК... Гильдии надо, бля, людям надо, там, дринька, нахуй, на сову, блядь. Погнали, на Ксалимас! Этот, как он называется? Гильдия зовёт собой, да. Ладно. Так, Ламур, ты взял нитку? Как проходить? А, да-да-да, кинь обмен. Имба, так, спасибо. Я уже забыл про неё. А в Войду у тебя голова на вот этом. Ты там. Накупил там этих нитей. Ой, да ты серьезно. А где Продукс? Он бежит, он уже в пути до Херли. Мы его ждали на сум, по итогу они сами уже полетели. Мы на Вальке. Кинь, он побежал на этих, на этих гнилого. Вот в Канах. К? Он же забежал. Не, бежит. Гламурчен, ты соло похилишь, да, там этот, на вальку? Да, конечно.
Я еще выйду, вам подсоблю чуток. Хорошо. Ламутца. Да не вижу его нахуй. У меня, блядь, по КД все знакомы именно на эту хуйню в 10 герза, вот почему-то никто захилить меня не может. Вот именно, сука, я пока не захилил. Ну, постарей бичей, нахуй. Синтек бич. Да я говорю, что мне... Да ты бич, нахуй, вместо 10, уже больше 10 прошло, 40 минут, 30, блядь, прошло. Давайте, там и Вилайша уходить уже надо. Вы пиздоболы, блядь, прошло, нахуй, 30 минут. Вот, ну, вот, я вот говорю, на данный 40, момент, да. Я смотрю на время. 30. Я когда давайте, вышел, я видел, время это... было 32 минуты. Я давайте, готовность, обратный отчет, все, захопов. Ну что, погнали. 4, давай. 3, 2, так, даю клик на ХП, тогда. Я пошел, пахал в столовке, потом сходил в магазин. Я понял, блядь, нахуй. Да, вы понятно. Понятно, я еще, блядь, не хал, но зато все так похал, блядь. Да, блядь, время-то у меня чисто. Поганище это, в рты какой-нибудь. Подъебал, не подходи к нему. А ты сколько весишь, блядь? Подавление бейте? Слева много. Волдырного тоже, кайте. Йор, дай по Волдырному такого, да. Свечка слева, прям это, подводите его. Грипани сюда его, Йор. Давай это. Переподнул проверить. Да, куда? Давай, блеха. Я понял. Так, давайте. Ебашьте посильнее его. Свечку обязательно, свечку прям, все всю свечку там на этих волдырных похуй вообще уже. Так. Волдырного. В когти это вот его. То вот ты закидывай, и чтобы это висеть. Улыб, смотрите на полу. Поганище. Подавление справа много. Бля, слишком быстро пролетел. Обидно, ближе к трое этому подтягивайте. Поганище, дай-ка якова. Свечку, челеп. Сыграли в челеп быстренько? Все в челеп свечнулись? Берегитесь. Давай, разгром. Хорош. Так. Волдырного. Акова, дай ему. Акова, дай ему. И убегай. Близко не стойте возле Волдырного. Просто до 28 подбивай его. Акова, давай, и все. Поганище тоже. То же самое, поганище. А это что за луна была? Темная? Войд, не, у Войда под бой. А, это ледяной маг вызывает. Столб, да. Льда, блядь, вверх взлетает. Да. А мне вот, думал, какой-то баф, да. Так. Хорошо, это, поганище в оковы и уходи. Полдырного оковы, отходим. Телевизор залили. Удынный. Ай, мага. Сейчас не сбейте где-нибудь. Должна быть свечка. Поганище справа. Мильки ушли от поганища. Подавление слева убью. Угу, летаем. Suppressor spawned. Какого Волдырного? Уходи, миг. Так. Волдырный слева, так, Макс. Блин, за ДК койлы кидать, давай. Самые веселые. Да. Ну-ну. Самые имбовые. Акову дай ему, Акову по Волдырному. Коты. Нажались. Берсерк, 3 минуты. Ля.
Сейчас один останешься, Буребай. Смотрите осторожно, пойду зайду в портал. Подавление слева-справа закрыто. Слева нормально. Ага, тут справа тоже молотом. Тебе подхили? Свечку справа быстро залили все. Грипани ее. Юля, грипани его по себе. Грип КД пока. Тауру коня включал? Да, в КД пока. Быстренько под лицо этому станем. Все, хорош. Ну, короче, все, захилили. Все, захилили, хорош. Сейчас, секунду. Я еще в прошлый раз, по идее, мог захилить. Не знаю, что-то пожадничал, блядь, крыли нажать. Ну, раз такая бешая пачка, можем и туклик убить. Я понял, нахуй. Момент истины, блядь. Совет тогда? Ебейшая пачка. О, блядь. Пусть, который хотел. Давай, Михаил, ебанем, да. Че, хоть что тебе надо, упало, нет? Нет. О. Сука, нахан. А, ну да ладно, нагнул. Че ты его на ролл кидаешь? А, какой на ролл, блядь? Unroll. Вот именно, Unroll. Все, меняю пояс. Я забираю пояс себе. Мозги рейд. Вот, я забираю себе его. Хотя, подожди, ну-ка, он делает мне сильнее? Меткость. Да, он делает мне сильнее. Что-то среди пояс мне. Пояс за мои мучения. Не-не-не, открывай. В смысле? Пояс. Его сроли. Пидец, это не родил, это Unroll было, я писал Unroll, видишь. Сейчас прям. Давай это. Создай этот. А мы что-то типа идем дальше, что ли, или все-таки будем больше тратить времени? Ой, бля!